Да. Можно вопрос задать? Да, конечно, задавайте. А вы переехали в квартиру, да? В съемную? Ну, как бы да, а что? Ну, так интересно. А сколько стоит аренда? Аренда, ну, 25 тысяч. А как вам живется на кровавые деньги? А это что, извините, я вас не понимаю. Ну, смотрите, ваш муж убийца, пришел убивать украинцев, вы получили его зарплату, сняли квартиру, и у вас все хорошо, вы радуетесь жизни, ребенок живет. А, поправка. Я с деньгами мужа не пользуюсь. У меня свой, как бы сказать, у меня есть свои деньги, которые я могу потратить на свою квартиру. Хорошо, извините, значит, я неправильно подумал. Тогда все равно спрошу, зачем вы отпустили мужа убивать украинцев? Мы люди взрослые, у каждого свое мнение. Можно ваше узнать? Мое нейтральное. Я не причастна к войне. Не, ну, нейтральное мнение тут, то есть спецоперацию можно поддерживать или не поддерживать? А что вы хотите от меня услышать? То, что вы думаете. Я всего лишь жена военного. Я сижу дома, воспитываю ребенка. Все. Ну, вопрос простой. Вы поддерживаете спецоперацию или нет? Я не буду отвечать на этот вопрос, но это будет мой выбор, хорошо? Хорошо, просто знайте и живите с тем, что ваш муж убийца. Вот и все. Ну, мы как-нибудь с этим разберемся. Понятно. Ну, говорите, до свидания. Ладно, солнышко. Разберетесь. Давайте, не болейте. Я тебя люблю. Я тебя. Матери привет передай. Обязательно. Давай. Прикольная такая. Ну, по WhatsApp просто много не расскажешь. А в чем прикол? Ну, он прослушивается и ФСБ, и всеми остальными спецслужбами. Не прослушивается. А что она может рассказать с этой позиции? Расскажите, да. Что она может рассказать. Без понятия. Откуда у нее деньги? Можно спросить? Ну, просто до этого вы рассказывали, что все грустно и печально. Ну, возможно, начала заниматься маникюром. Возможно, начала. У вас есть что-то добавить к разговору? Вы довольны? Чем? Тем, что поговорили. Тем, что поговорил с женой, увидел ее, да. Разговор сам не понравился? Ну, обстановка немножко. Обстановка какая обстановка? Дома все-таки было бы получше. Ну, чтобы быть дома, надо было сюда не ехать, убивать нас. Да.